Вода не вся высохла. Уточка есть в разливах. Вернее, это уже лужи. Это вот у нас дорога на рыбалку. Обычно тут все высыхает. Я остановился специально посмотреть. Нет, это, скорее всего, удок. Ничего не высохло. Вода есть. Утка кормится. Там вот дальше озеро большое. Чумашка. Сюда мы плавали на моторе. Примерно сюда. Даже чуть дальше есть ролики, где на подъемник рыбачил. Вон они, дальше уточки. По всему разливчику сидят. Вот они летят. Вот они. Сели за камышок. Чата. Уже, наверное, крылья. Рыба плещется в речке как. Аж здесь слышно. Ехать она быстрее. Рыбачить. Взял собачку погулять. Месяц меня не было в деревне. Вот пойдем посмотрим, что она будет суткой делать. Альба, вперед. Альба, 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 ищи там. Ищи, ищи, ищи. Ищи. Ищи, 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 ищи. Ищи. Пошла, 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 пошла. Подняла уток. Они тут же садятся. Ищи там, там ищи, ищи. Ищи там. Ищи, ищи. Вперед, вперед там ищи. Ищи. Я даже не видно. Вон они сидят, смотрите, им пофигу. Вот они, в 15 метрах от меня. Ладно, не будем пугать. Поехали. Проехал я чуть-чуть вперед. Смотрите, сколько их здесь сидит. Аж вода кипит. Утка всякая. Чернить, и гагара, и соксун. Всякую я видел. Вот она, гагара. А, нет, это нырок, наверное. Или гагара. Сами расскажите, кто это. Не знаю, ну, вообще похоже на нырка, а похоже на гагару. В тот угол улетела, вправо вся. Вот он, соксон. Видите, какой клюв у него. У нас одна такая утка с таким клювом большим. Ладно, ехать, а то просрём всю рыбалку. Хоть по ведёрко карасиков поймать.
Машины везде стоят. Это вот уже машина 30-я, наверное, по счету я проезжаю. Там еще ехать километра 3-4, как летят. Еще километра 3-4 нам ехать. Ладно, поперли. Собачку погуляем. Альба. Альба. Поехали. Ну что, ребят, всем привет. Посидел я минут, наверное, 15. Может, 20. Сошло у меня 3 подъязка. Не знаю, почему крючки. Наверное, у меня такие старые. Дотаскиваю до берега, и они сходят. Поймал 3 карасей. И 1 подъязка поймал. И вот у меня приключилась беда. Взял с собой собаку на свою голову. Пока вытаскивал подъязка, она съела у меня кукурузу. Брал я кукурузу специально, потому что мелочь попадается, бывает окунь, у нее не дает клевать. Не дает клевать крупной рыбе. Была кукуруза. Я ее специально в мед положил. Клевала на нее довольно-таки хорошо. Вот вышла она вместе с маленьким пакетиком, сожрала. Ну хорошо, червь есть. Будем пробовать на черве. На черве просто, ну, как-то не так уже клюет. Вот я вам покажу. Вот такая рыбешка попалась. 2 карася и вот такой подвязочек. Вот такой подвязок. Будем пробовать сейчас на червя. Что будет, то будет. Снасти у меня простые. Кормушка. Тут же к кормушке сверху привязан крючок и снизу привязан крючок. Кормушку я набиваю обычный распаренный комбикорм с горохом. Затрамбовываю таким вот образом и одеваю червей, раз кукурузу собака сожрала. Больше я ее брать на рыбалку точно не буду. Это последняя поездка была. Очень сильно она мешается. Бегает, прыгает, туда-сюда скачет. На рыбалку, Альба, ты больше не поедешь. Будешь сидеть дома. Ребят, первая поклевка. Сошел. Нет, не сошел. Ох, карась, она в кусты тянет. Нет, подъязок. Очередной подъязок. Вот такой вот классный подъязок. Клюнул. Клюнул очередной классный подъязок. Хоть стоять. На этот раз не сошел. Вот с кормушкой хорошо подъязок клюет. Прям отлично. Без кормушки плохо почему-то. А с кормушкой... Нет, замечательно. Вот так вот. Ладно, и на червя берет подъязок. Вроде мелочь не сильно мешает поклевкам. Тут у меня аналогично. Кормушка снизу привязан один. Один сверху. Сейчас переместим его вверх. Вот на эту поклевочка. Крючок обломился. На правый, наверное, карась клюет. Да, крючки, конечно. У меня в основном воблера, твистера. С удочка щучку ловить. А вот на крючки, как бы, на донку я особо не рыбачу. Поэтому и крючков у меня нет. Насобирал ржавых каких-то себе, привязал. О, это подъязок. 2 раза дернул, все. Нет. Карась. Нет, вообще ничего-то. Бывает и такое. Ребята, очередная поклевка. Сейчас посмотрим, что это тут у нас. Что-то крупное, фрикцион работает. Ух ты. Наверное, подъязок хороший попался. Попалась коряга.
коряга, окунь и подъязок. Такого я еще никогда не ловил. Окунь. Оп, подъязок ушел. Жалко подъязка. Тут вот у нас клюнуло, клюет на две удочки. Вот на одной я подсек что-то. Карась. Небольшой карасик. Это тоже клюет. Скорее всего, тоже карась. Подъязок клюет по-другому. Карась клюет так клюет. Подъязок клюет так клюет. Удочку утягивает. А карасик помаленьку долбит. Ничего нету. Ну что, ждем поклевки. Забросил я. Филинг один, второй. Вот сразу клюет. Ну-ка попробуем с рук. О, как клюет. Это подъязок, наверное. О, вот он. Вот он, подъязок. Опять сошел, что ли? Нет. Плохо берег. Ух ты! И тут! Нет, тут сошел. Вон он, красавчик. Какой. Может быть, опять уйдет? О, какой, смотрите. Крупный, хороший. Отцепился. Крупный, хороший подъязок. Прям крупный. Класс. Видать, белая рыба скатывается. В следующий раз попробуем выбраться на подъемник. Половить. Да, подвязок все перекрутил. Сильная рыба. После подвязка приходится всегда распутывать крючки. Очередной подъязок. Очередной подъязок. Да, смотрите, какая прелесть. Жалко, перевелись у нас такие 1,5-килограммовые. Изи. Достались маленькие такие подъязочки. Ну что ж, будем таких ловить. Закинул спиннинги. Обрыв тут. Одна ступенька метровая, вторая полуметровая. Камеру поставить негде. Снимать неудобно. Еще опять же собака эта бегает, боюсь. Собьет камеру, в речку улетит. Ну вот, попробовал я в кормушке прикорм. Перестал ложить. Подъязок перестал клевать. Вот опять ложишь, подъязок начинает клевать. Ну а так примерно пополам. Один карась, один подъязок. Один карась, один подъязок. Жалко, вначале три подъязка у меня сошло. Прям под берегом. О, видите, поклевочка. Это подъязок. Он прям норовит утащить спиннинг. Я знаю, кто там сейчас возле кормушки вертится. Но вообще тут сильно клевал подъязок. Карасик он. Так сильно не дергает. О, по-любому подъязок. Не на эту клюнула. О, ну давай, клюй уже по-человечески, хватай. О, не-а. Нет, что-то сидит, карась надо. На подъязку чуть не похоже. Крупный карась. О, какой. Хорошенький карасик. Такой. Довольно-таки неплохой. Крупный.
Да, жалко кукурузу, блин. А поймаем еще маленько, сколько съедим. Ух ты! На это что-то сидит. Вытащим, посмотрим. Да, на два спиннинга не особо успеваешь. Леску ослабил, не знаю, не уйдет. Карась, скорее всего. Да, карась. Хорошенький такой, крупный карасик. Что-то карась попер. Подвязка не стала. Не будем одевать прикорм. Дело к обеду идет. Начала клевать мелочь. Вот чего я и боялся. На червяка она просто не дает крупной рыбы клюнуть. Я только закинул сейчас спиннинг слева. На него сразу моментально начала клевать. Видишь, что мелочь кое-как дергает. Вот она, а? Это может быть карасик небольшой. Не поймал. Не поймал. Ну что, ребят, черви у меня кончились. Ну что, ребят, будем заканчивать рыбалку. Поймала для себя полведерка. Клевать стало похуже. Но клюет. Поедем домой. Хватит. Такая вот у нас сегодня была разведка на реке Каргат. Рыбачили мы на спиннинге с кормушками. Так что смело берите кукурузу. Партии комбикорм засыпайте. Клюет под язык. Клюет неплохо. С утра можно посидеть, ведерко свободно поймать. Сейчас я сделаю обзор, что я наловил. Сейчас покажу вам. Вот такая у нас, ребят, сегодня рыба. 4 подвязка. Карасики. С полведерка. Поймал. Карасики такие довольно-таки не маленькие. Окунь почему-то вот странно попался всего один. Я боялся, что он не даст клевать. А он есть, карась с икрой. Посолю икры себе красной. Подвязков таких нормаленьких. Ну, в общем, прибачить можно. Интересно. На каргате прибачить. Такой вот каргат. Вода сильно упала. Мы когда плавали на моторке, видео было, она была. Вода под берега полная. Перелет тут хороший. Поутру утка летала. Неплохо. Где-то там дальше гуси кричали. Ну, хорошего помаленьку. На разведку съездили. В следующий раз собаку я брать не буду. Которая сожрала мою насадку. Которая сожрала кукурузу с медом. Не побрезговала. Альба, скажи, вкусная была кукуруза? А? Кукуруза вкусная была? Ой, вкусная была кукуруза. Все, больше ее на рыбалку не берем. Хватит. Попробуем в следующий раз на омут проехать дальше. И попробовать на кукурузу половить сазана. Ну, что сделаешь, успел я на кукурузу поймать подвязку да пару карасей. Подписывайтесь на канал. Всем счастливо, всем пока. Поедем мы домой. Хватит.